Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Станислав, вы на канале с Филином, сегодня у нас особенный гость, я думаю, вы все ее знаете, Мария Валерьевна Бутина. Добро пожаловать на канал, здравствуйте. Здравствуйте, люблю ваш канал, с удовольствием смотрю, поэтому для меня честь быть да. тоже в качестве гостей. Для меня это шок, если честно, когда я с вами познакомился и узнал, что вы смотрите мой канал, но ну, это как-то уже такой статус совсем другой, не просто обычный блогер, раз такие люди, как вы, смотрите мой канал ну спасибо огромное за поддержку а, во первых хотел до того как мы начнем наш разговор я хотел вам сказать спасибо большое за книжку вот я начал ее читать а, те люди которые будут смотреть этот а, разговор если вы хотите узнать узнать а, весь тот ужас через который мария валерьевна а, прошла в американской тюрьме пожалуйста я рекомендую вам зайти в магазин, купить эту книжку и почитать. Там с самых первых страниц уже а, вам станет все понятно а, насчет а, той страны и как они относятся к людям, которых они а, берут под арест. Итак, Мария Валерьевна, сначала легкие вопросы. Первый вопрос. Расскажите чуть-чуть о себе. Что вы любите делать в свое свободное время? Я книголюб. И можно даже сказать книжный червь. Я очень люблю читать. Это у меня, мне кажется, еще с детства, потому что у меня у дедушки, я выросла у бабушки с дедушкой вместо детского садика, поэтому у меня была огромная библиотека, и мы с дедушкой каждую неделю ходили в библиотеку, ну, в местную районную библиотеку. Это было небольшое село, поселок городского типа, Кулунда называется. И там, в общем, прошло мое детство среди библиотечных стеллажей. Поэтому вот с тех пор я читаю, но сейчас, честно говоря, читаю уже современными методами. Я читаю с телефона. И, в принципе, экрана хватает, поэтому, кстати, раз уж спасибо за упоминание моей книги, ее можно еще и послушать и скачать ну, в текстовом варианте, что я рекомендую сделать. Я лично сама просто люблю читать просто с экранчика. И обычные стандартные книжки, коих у меня целая библиотека, но и есть вот вариант электронный. В принципе, я читаю ну практически все подряд, как и в детстве читала. Но есть у меня такие вещи, которые, ну самые любимые. Я очень люблю философию, очень люблю философию, и все-таки склоняюсь к нон-фикшн, то есть это к реальным историям, даже это жизненные истории. Хотя по-разному бывает, есть и такие вещи, как прекрасные произведения Елизарова, например, которые явно к нон-фикшн не относятся или Водоласкина, которые тоже это явно не нон-фикшн, но при этом очень такие глубокие духовные книги. Я считаю, что это обогащает человеческое сознание, человеческую душу, поэтому если у меня есть свободное время, что я буду делать, я буду точно читать. Хорошо, а на что сейчас не хватает свободного времени? Какие еще у вас есть хобби? Наверное, хотелось бы больше бывать со своей семьей, к сожалению, они живут далеко от меня, в Алтайском крае, поэтому не хватает, конечно, личного общения с учетом всех вот этих пандемических ограничений. Я думаю, сейчас многие меня поймут. Хотелось бы видеться чаще, но все равно осторожничаешь и как-то стараешься лишний раз не предпринимать какие-то поездки, путешествия безусловно. Почему я про это вспомнила? Вы же спросили про хобби, а я тут вам про семью, да. Вы, наверное, подумаете, что попытка уйти от ответа с хобби нет. Просто мои родители живут все-таки близко к природе. Я очень скучаю по возможностям там по лесу погулять, допустим. То есть это то, что ну, так скажем, оказываться вне городской среды. Я эти вещи люблю. Даже просто пройтись пешком, посмотреть по сторонам, вот, насладиться воздухом свежим. Вот этого очень сильно не хватает. Я занимаюсь спортом очень много, каждое утро много лет занимаюсь спортом. Либо там какие-то кардио-тренировки, но в основном это спортзал. И все равно это не то, чем вот просто там погулять, походить где-то. Это для меня тоже очень важный момент. Ну, из таких, наверное, интересных увлечений. Я люблю шахматы, неплохо играю, но это тоже непростое дело, потому что нужно еще же найти партнера для спарринга. У меня, наверное, лучший партнер – это сейчас мой папа. Когда-то дедушка, но он умер в 2011 году, и поэтому мои с ним... Вот партии, они теперь стали партиями в шахматы с папой. Ну, еще освоила игру, так она называется Go, я ее тоже очень люблю. И вот все, что касается таких э, стратегических игр, э, но ну вот в компьютерные игры я как-то не увлеклась. Я знаю, что там есть совершенно э, уникальные штуки, там стратегические, там цивилизации, все прочее. Я пробовала, честно, и все-таки предпочитаю как-то доску. То есть где у тебя есть не искусственный интеллект в качестве противника, а естественный интеллект в качестве противника. Мне это больше нравится. Я тоже играл в шахматы с дедушкой. Он мне, он мне как раз научил играть в шахматы. Вот, я давно не играл, но я, наверное, не, не так хорошо играю, как вы. Это 100%, потому что я давно не играл. Но как играть в игру, я знаю. Очень бывает даже интересно. А помимо хобби, расскажите еще чуть-чуть о себе. А вдруг, вдруг вас кто-то не знает? Да вот на самом деле все, что про меня написано, это имеет весьма посредственное отношение к правде, потому что действительно там количество материала, особенно во время моего заключения, до него очень многое переврали. Но если вот говорить там, о себе как о личности, то есть вещи, которые я действительно, я о них неоднократно говорила в интервью, это правдивые вещи, я действительно выступаю таким настоящим, искренним сторонником того, что все-таки мирное небо над головой – это наша высшая ценность. И несмотря на то, что произошло со мной в Соединенных Штатах, я все-таки надеюсь, что наш мир, он вернется в свое нормальное русло, в мирное существование, а не будет вот как сегодня. К сожалению, я с болью наблюдаю новости, вот эти значит, перепалки с действующей администрацией в Америке. И мне, мне больно от этого и тяжело, что все-таки я, наверное, ребенок того поколения, когда, ну, может быть, и вы тоже, когда мы все верили, что мир, он станет таким интегрированным, да, он будет един, но, к сожалению, этого не произошло, и краткий период затишье он сменился снова какими-то какой-то борьбой. И сейчас я думаю, что это в информационном пространстве все-таки больше происходит. Но это, от этого суть дела на самом деле не меняется. Поэтому вот то, что обо мне нужно знать, что я действительно как политолог по образованию, преподаватель, у меня два образования в России, одно американская магистратура. Я все-таки считаю, что человек, существо в определенном смысле политическое и должно быть вовлечено всегда в Общественную, политическую, какую-либо еще деятельность, которая все-таки ориентирована не только на удовлетворение своих личных интересов, но и все-таки нужно что-то привносить в это общество, делать его лучше. У каждого это по-своему. Происходит не только, естественно, политическими задачами, но и в том числе там есть люди, которые прекрасно рисуют. Я не отношусь к людям, которые прекрасно рисуют, но я немного рисую: кто-то там пишет песни, кто-то занимается научной работой, у всех по-разному. Но если вы меня просто спросите, что есть мое призвание, и там вот в чем я себя, ну вот, наиболее комфортно чувствую, у меня целая династия преподавателей в семье. И вот с генетикой, с ней все равно не поспоришь, и поэтому преподавание я очень люблю. Я сейчас много выступаю. Это связано в том числе и с моей научной деятельностью, там в различных организациях, на разных семинарах. И для меня работа с аудиторией и вот это желание нести знания, оно естественно. Я по-другому себя не вижу, причем, но ну, я всегда готовлюсь к этому. Знаете, просто бывают спикеры, которые приходят и говорят об, о чем-то. Ну, просто потому что они известны, и все их поэтому слушают. Я свои лекции готовлю. Я очень это люблю, трепетно, много дней я хожу, вынашиваю эту мысль. Потом сейчас, слава богу, есть вот эти все значит, современные вещи в качестве, там, PowerPoint. В Америке мы использовали такую программу, называется «Прези». То есть вот все вот эти вот фишки я очень люблю учить, и потом вот через них уже передавать свои знания дальше. Поэтому вот я настоящая, наверное, где-то там. Понятно, а нервничайте, когда вы ходите на сцену перед публикой. Потому что я тоже это делал, ну, не так часто, как вы. Но когда вы выходите на, на, на сцену и нач, начинаете разговаривать, вы выглядите уверенно. Но есть вот, вот нервничайте хоть чуть-чуть, или обязательно, все уже пропало. Обязательно любой человек должен нервничать, потому что твоя работа с любой аудиторией твое выступление, особенно первые несколько минут, пока ты вот, ну не найдешь вот эту колею или не встанешь вот на эти рельсы, да, на, по которым уже ты строишь свой диалог. Ты же не знаешь аудиторию, это нормально. Я всегда привожу пример в этом случае. Ну вот вы с человеком новым встречаетесь где-то, ну неважно где, это может быть кафе, это может быть, ну, любое место абсолютно. Но Вы все равно испытываете волнение. Вы как-то, ну Грубо говоря, да, принюхиваетесь, приговариваетесь друг к другу, пытаетесь понять, где ваши точки соприкосновения, каких вопросов лучше не касаться, потому что это ну, нехорошо. Поэтому вот здесь выступление с аудиторией то же самое. Аудитория, работа с аудиторией – это не монолог, это диалог. И поэтому и работать, и разговаривать с аудиторией надо как с собеседником. Поэтому ты также проводишь настройку. Я это люблю, но нервничать нужно, понимаете? Вот самый плохой, мне кажется, выступающий, это который вот просто выйдет и без уважения к своей аудитории, без какого-либо волнения, ну, будет в себе уверен, скажет, да, я могу сказать что угодно. Вот этого не нужно. Все-таки люди собрались, они тратят свое время, а время – самый ценный в нашей жизни ресурс, потому что, к сожалению, мы все умрем. И вот это ощущение, оно помогает нам в тяжелых ситуациях, когда надо вот все-таки доносить что-то ценное для, для людей. Поэтому для меня это важно. Ну, у всех по-разному, кто-то просто, наверное, думает, что будет слушать хоть о чем. Но я люблю свою аудиторию, я ее уважаю, причем к ней именно специфические какие-то аргументы подбираю. Но по-разному бывает, бывают сложности на выступлениях тоже, конечно. Я могу признаться, что я и сейчас нервничаю, хотя я уже с вами познакомился, потому что я знаю, что это довольно серьезный и интересный разговор, который у нас будет. Так что я, я с вами согласен, когда я вот несколько раз выступал, когда я учился в Америке, у нас мы должны были показать наш проект. Перед целой аудиторией, там еще были 4, 2 бизнесмена, 2, 2 бизнесвумен, вот, и они должны были отдать нам оценку нашего бизнес-проекта. Ну, когда мы вышли, я, конечно, нервничал, у меня прям был вот, вот камень вот тут вот, чувствовал тяжесть, внутри все трясло, энергии было масса, но потом, когда уже начал разговаривать, и, как вы сказали, я нашел свою колею, уже как-то более или менее успокоился, но смотреть на, на 300-400 людей, это нелегко, совсем нелегко. Это нелегко, но здесь кто-то... Все предлагают разные приемы в этом случае. Кто-то говорит, смотрите поверх ли людей, значит, и тогда вам будет легче. Нет, вы говорите с людьми. Угу. И здесь самое главное – свою аудиторию полюбить. И понять, что они ведь тоже зачем-то пришли. Они пришли тебя послушать, и это уже огромный шаг с их стороны, что ты видишь перед собой большую или маленькую аудиторию. Поэтому вот относиться, с одной стороны, это ответственность, с другой стороны, это радость, потому что тебе есть чем поделиться, и люди готовы это нечто от тебя получить. И поэтому вот здесь надо всегда себя настраивать на дружелюбный разговор, потому что у меня были в жизни, был в жизни опыт, когда ты понимаешь, что аудитория сложная, и ты выходишь изначально напряженный в... Вступая в борьбу определенную. Аудитория это тоже считывает. И ну, никому не приятно разговаривать с начинать беседу, личную или публичную, с человеком, который изначально закрыт. Поэтому я устаю от выступлений, конечно, но именно потому, что я раскрываю свое время э, разговоров И для меня это важно, потому что я именно хочу донести мысль до аудитории, а не просто там выговорить время. За мои выступления мне не платят, это побольше там 99,9 периоде процентов. Это вот чисто моя инициатива, когда просто там какая-то организация меня просит, да, или какое-то учебное заведение, говорит, Мария, мы вот, могли бы там... Кстати, говорят вот, про Америку, Некоторые технологии рассказать, а вот как, допустим, вот у них проводят коман, команда образования, давайте мы у нас попробуем. Я обожаю ставить такие эксперименты, потому что можно увидеть, что студенты в России и студенты в Америке реагируют на одни и те же элементы тимбилдинга, команда образования, вообще по-разному абсолютно. Хотя сейчас в России это уже стало ближе. Я говорю прежде всего о групповой работе. Когда в университете здесь... Училась я, и нам только вводили такой, такое понятие, как проектный менеджмент. Тогда это было очень сложно. То есть люди в принципе работать в малой группе не могли. А сегодня вот к, своему, к своей радости я обнаружила я вела недавно занятия ВГУ, Вят Вятский государственный университет. Я с удивлением обнаружила, что ребята абсолютно но ничем не уступают э, иностранным студентам в вопросе групповой работы, то есть они тоже быстро собрались в группу, выбрали лидера, распределили задачи и подготовили презентацию. Для меня это было огромное удивление и огромная радость, что да, вполне вот мы уже научились. Но прошло много лет. Ну у нас были масштабные изменения в 90-х конечно, это не сразу все меняется. вот некоторые люди имеют такое представление, что масштабные изменения происходят моментально, сразу и все могут очень легко подхватить новые какие-нибудь методы, новые стратегии и сразу все улучшается. но ну некоторые просто не понимают, может быть, не знают или опыта нет, что такие большие решения должны приниматься или изменения в течение очень многих лет когда я учился в университете, это называется, ну, это называли incremental change, то есть постепенно все потихоньку, потихоньку меняется, потому что если поменять все сразу, то человек, конечно, не поймет и будет отрицательно относиться к изменениям. Раз мы затронули Америку, вот, у меня такой к вам вопрос, почему вы выбрали США для учебы? Мой свободный английский. Прежде Первая причина, конечно, это я рассматривала варианты обучения в России. В частности, юридический институт. У меня как раз тогда была где-то в стадии защиты кандидатской диссертации. Я, как уже сказала, я просто вот это вот зов крови преподавательский, его никуда не денешь. Я в свою жизнь, наверное, всю учусь. Либо самостоятельно, да, сама когда читаю очень много, то есть для меня развитие важно. И я думала, что уже вот, ну, какое-то можно выбрать дальнейшее направление. Я думала про юриспруденцию, уходить куда-то далеко, я расплитолог и преподаватель по двум дипломам, уходить куда-то там в техническую сферу, например, я была не готова. Ну, это невозможно, в принципе, такая, такой переход, да, как говорят на английском языке, да, его очень сложно было бы сделать. Поэтому я подумывала, ну, какой-то узкопрофильный, возможно, юридический. И рассматривала варианты иностранного обучения. У меня, я не знаю, когда-то я говорила на немецком, но сейчас отсутствие практики привело к тому, что он практически отсутствует. И мне хотелось вот поучиться в той стране, понять совершенно другую культуру, другую страну, но при этом возможности, которые у меня были, это английский язык, свободный английский. Я закончила школу с углубленным изучением английского языка в городе Барнауле. То есть мы действительно учили углубленный английский язык. Что я имею в виду? Там у нас, допустим, была литература на английском, была география на английском, история на английском. То есть у нас были, дублировались предметы на русском и на английском языке. Ну, из -за забавных фактов, кстати, единственное, что наши преподаватели сказали нам абсолютно неправильно, и когда я вот первый раз приехала в Америку, я была уверена, что Хэллоуин – это религиозный католический праздник. Ну вот так вот почему-то, еще было удивительно, почему тогда его так странно празднуют. Но потом уже там на месте мне объяснили, что нет, в общем, это антирелигиозный праздник, вообще-то говоря. Но вот ну, откуда наши преподаватели там в Сибири да, знали о том, что -то есть такие нюансы. Но тем не менее, вот у меня был английский, у меня, я, естественно, направила заявки в очень много университетов, выбрала все-таки США. И действительно, Америка она славится своим высшим образованием. Вот все, что касается частных университетов, меня приняли в несколько университетов. Один из них американский университет в городе Вашингтоне. Ну, в столице всегда жить престижно, как мне казалось. И специальность была очень интересная. Это были международные отношения, но потом можно было еще выбрать дополнительную специализацию. У меня была специализация global security, ну то есть международная безопасность. И потом, ну как вы знаете, да, там можно всегда углубляться еще дальше, дальше. Все-таки кибербезопасность. И в России ее вообще по-другому видят эту специальность. Она относится к разряду технических, а где я училась в Америке. Она относится к разряду скорее гуманитарных. То есть это именно подготовка управленческих кадров в сфере информационной работы. Вот я считаю, что у меня было совершенно уникальное уникальный опыт преподавания, он отличается от российского, я могу судить, потому что я и преподавала, и сама училась, он другой абсолютно, и есть чему поучиться здесь, и есть что передать туда, мне кажется, поэтому... Я ни на секунду не пожалела о том, что вот прошла такой курс, но он, к сожалению, закончился не очень хорошо, потому что через два дня после получения разрешения на прохождение практики, в Америке это называется OPT, насколько я помню, Optional Practical Training, когда ты там еще на год продляешь свою визу, вот через два дня после получения этой визы меня, к сожалению, арестовали, поэтому продолжить, хотя я получила, между прочим, разрешение на работу на кафедре, я должна была помогать преподавателю, с которым работала на протяжении там, полутора лет, двухлетняя программа была, у меня прекрасный абсолютно был профессор, но вот не сложилось. Так вот, Ну да, у вас уникальная история, я бы сказал. Ну да, да, не сложилось, пришли люди и вас забрали. Я тогда, когда я закончил университет в 2009 году, как раз вот был кризис. Там середина, кажется, кризиса была или уже почти что конец кризиса в Штатах. У меня тоже был такой шанс поработать один год, один год после окончания университета, но я просто взвесил все плюсы и минусы и возможности, потому что на тот момент очень мало людей было, кто мог вообще найти какую-либо работу, американцев. Вот, я принял решение уехать а, в Канаду. Вот, работал я, я вот когда учился, была другая программа, я уже забываю, как называю, а, коап, когда вы могли и работать, и учиться одновременно. То есть вам давали такие, как они, стажи, стажи по-французски, internships, вот. Только mm -hmm. их только оплачивали уже. Кто-то получал 9 долларов в час, кто-то получал 17 долларов в час. В 2009 году 17 долларов в час это были огромные деньги, особенно для студента, потому что нам как бы некуда было деньги сувать, кроме учебы или гулянки. Вот. А это были большие деньги. Вот такой к вам вопрос. Что вы думали про Соединенные Штаты Америки до переезда? Какие у вас были впечатления о той стране до того, как вы в нее переехали? А, ну, наверное, были стереотипы, прям вот которые а, очевидны. А, мне, ну, первое, первый правдивый стереотип, да, то есть, это другой мир. И он другой на уровне генетическом. То есть, ты понимаешь, что вроде бы как люди те же, ну, люди есть люди и что вроде бы все такое же, но на самом деле все совсем другое. Я помню первый достаточно забавный случай, который со мной сложился, когда я почти 20 минут отстояла на светофоре пешеходном, я не могла понять, потому что ну, в России это зеленый, красный человечек, стой, зелененький, иди. А в Америке это рука и идущий человечек. Вот рука, стой, а идущий человечек, иди. Но у меня настолько вот, сложно было разобраться в этой системе, я не знаю почему. Ну, на современном сленге говорят, что, наверное, ты там не сообразил и тупанул, как принято сейчас говорить. Но вот это для меня было странно. То есть для меня вот э, какие-то бытовые вещи были сложные, и я очень боялась э, разговаривать. Потому что, во-первых, я боялась, что вот этот страх, э, что тебя не поймут, хотя у меня вроде бы свободный английский, но все равно как-то остается, что ты начнешь говорить, и из-за из этого ты говоришь тихо из-за этого тебя не понимают. Это еще усиливает твой страх. Да? Вот мы говорили о публичных выступлениях. Вот это был фактор. И еще, конечно, ну я очень много, я читаю много, поэтому я много почитала и про Америку, и там наших соотечественников, кто что пишет. И я очень боялась затронуть какие-то темы, да, которые вот, ну, обидят человека там, или еще что-то. Но со временем как-то этот, вот я уже научилась, адаптировалась нормально, я знала, о чем говорить принято, о чем говорить не принято. Но есть вещи, которые я ну, никак не смогла а, принять для себя это культура small talk, потому что в России, когда задают вопрос как дела, если ты в ответ скажешь нормально, а, скорее всего на тебя обидится человек, потому что ты таким образом выказал пренебрежение к искреннему интересу собеседника о том, как у тебя дела. Когда в Америке тебя спрашивают WhatsApp или там how are you это ничего не значит, это, это вежливость. Но я всегда вот сейчас, когда я разговариваю со студентами очень много про американскую культуру, образ жизни, я всегда говорю, что а, не надо считать, что это не настоящее, что это ложь, что, что вот эта формальность. Нет, это вежливость. То есть это люди таким образом здороваются. Вы говорите привет, они говорят hi, how are you. Это одна фраза на нее надо выдохнуть и реагировать так, как принято в обществе. Но хотя мне, у меня ушло какое-то время, первый свой шопинг мол да, который в магазин, в который я пришла, меня все спрашивали, как у меня дела, я с каждым там, минут 15 разговаривала и рассказывала, как у меня дела. Ну, потому что я думаю, интересно, людям же, наверное, они видят, что я иностранка, и, наверное, интересно, и поэтому я с такой всей открытостью, а потом я поняла, что что-то не то. Но при этом, обращу внимание, меня никто не перебил, то есть они искренне меня слушали, просто обычно про это не говорят. И вот такие вещи были. Ну, потом в общении со студентами была определенная разница. То есть, на первый взгляд, как мне показалось, американцы очень открытые люди, и они легко готовы принять тебя там в компанию. Но это совсем не значит, что ты станешь частью этой компании. С тобой готовы вместе куда-то сходить. И это еще не значит, что вы подружились. В России, наверное, значит, потому что иначе не позовут. То есть вот это, и такие вот нюансы общественные, они для меня были... Мне очень интересно было их наблюдать. С точки зрения учебы, мне понравилась практика тихих залов, silent section, да, это там, где вообще нельзя разговаривать, потому что тяжело на, не на, родном, на неродном языке учиться, действительно тяжело. Особенно если у тебя преподаватель из какой-нибудь, то есть не американец, не англичанин, а из какой-нибудь там другой страны, у него тоже не родной английский или у нее там. И это очень сложно, потому что ты понимаешь процентов хорошо, если 60, а все остальное приходится там дочитывать. Поэтому вот такие у меня яркие ощущения от э, обучения, проживания. Ну и еще помню, вот э, связанные с магазинами тоже интересные. Хотя в Москве и там, в принципе, в России, ну сейчас что угодно можно найти, да, это может быть громадный шопинг, это может быть там э, маленький какой-то магазинчик. Но вот в Америке маленьких магазинчиков очень мало. То есть, они, как правило, если про продуктовые говорить, это какая-то либо азиатская, либо русская такой вот, ну, ну, не бакалея, а вот такой маленький там мигранты держат, они вот туда можно сходить. Но там очень хорошие вещи можно найти, но дорого это факт. А какое-то у меня было ощущение, вот, конечно, магазины больше и структурирование полок другое, да, то есть в России заходишь и сразу в алкоголь, а потом во все остальные места выпадаешь, хотя сейчас уже перестали так делать. А когда ты в Америке заходишь, ты заходишь во фрукты обязательно, да, и потом ты уже проходишь там фрукты, сыры, рыба там и так далее. И алкоголь это выделенный магазин, это другой магазин, но опять же, от законодательства штата зависит. Ну, извините, что утомляю вас деталями, но вот такие вещи, они мне показались очень интересными, потому что они очень сильно разнятся с местными порядками здесь. И вот чтобы адаптироваться в обществе, я считаю, что я не смогла. То есть и даже до вот этого, всей этой моей истории там, с тюремным заключением, я не смогла, потому что я не приняла, я не смогла перестроиться. И поэтому у меня это было желание, у меня такая специальность была очень хорошая, да, кибербезопасность. Я понимала, что моя востребованность там в России на рынке, она в разы больше, потому что все равно тяжело в Америке устроиться, конкуренция большая, вы сами это говорите. Поэтому для меня вот все равно работать в этом обществе я, наверное, смогла бы, а вот жить, наверное, нет слишком много разных вещей, вот. Со временем эта разница культур и менталитетов, она все-таки как-то вот она ощущается. А вот к чему было сложнее всего привыкнуть? А, вот сложнее всего к поверхностному разговору. Угу. А, потому что у нас, ну, во-первых, как бы если это трапеза, да, если это обед или ужин, особенно в, с родственниками или друзьями, мы привыкли к tea table, то, что называют в английском языке, да, это стол буквой Т, а, когда все сидят вот за длинным столом, и там есть определенная Процедура это может быть тост, это могут быть речи. То есть, а в Америке вот этого. И мне не хватало этой иерархии, потому что именно там завязывался настоящий разговор. И в России все-таки вот эти компании, да, разговоры они глубже. То есть, они вот прям могут поднимать такие темы, причем ты можешь действительно даже там где-то поскандалить, ну, не то, что прям вот поругаться, но войти в какой-то вот значит спор, а в Америке это не принято и разговоры поверхностны. А, наверное, кто-то говорит, может быть, где-то так. Я не знаю, я не слышала просто. Может быть, тот меня покритикует и скажет, что нет, на самом деле это не так. Но я с такими ситуациями не встречалась и все равно, ну разговор он достаточно вот ты чувствуешь, что человек не раскрыт, он не беседует с тобой от души, он беседует с тобой из вежливости. И вот этого мне очень сильно не хватало э, в Америке. Это, знаете, одной фразы я бы выразила так. А поговорить, нет, ну по-настоящему. И вот этого очень не хватало. Я вас прекрасно понимаю, потому что у меня фактически все друзья были в Монреале на то время. А Они были русские, украинцы, белорусы, там, казахи. То есть, когда я туда приезжал, у нас был такой мини-СНГ вот, в нашей компании. Мы с 9 или с 8 до 4 утра сидели, у нас был накрыт стол. А нам всем по там, 18, 20, 23 может быть. Вот. То есть, мы как взрослые люди сидели нормально и кушали, и выпивали. И разговоры были интересные, и они были глубокие. А, такого я в Америке не ощущал. У меня, может быть, было там два друга, вот близких друзей, с которыми я мог вот так вот поговорить. И то не так вот глубоко. И это, это не из-за того, что я, например, не знаю язык. Вы, наверное, уже слышали, я знаю этот язык английский, он для меня как второй родной. А, моментами даже я знаю а, его лучше, чем русский. Но меня, я 100% вас понимаю. То же самое, мне не хватало вот этого глубокого общения. А, да, да. А вот вопрос тогда, а почему Южный Дакоту? Сам, сам с канала с Филином сказал, одобрил мои слова. Есть. Yes. Перестаньте, ну, перестаньте, ну, Мария Валерьевна. Нет, это, это искренне, потому что я беседовала с многими людьми, занимаясь вот деятельностью, где-то помогая людям вернуться да, в страну. В конечном итоге... Вот честно, все сведется к этому. Потому что, ну да, ты можешь там где-то заработать больше, где-то меньше, mm -hmm. но в конечном итоге абсолютное счастье измеряется не в этом, а оно все-таки в том, чтобы, ну вот когда-то взять и а поговорить. Mm -hmm. И вот я поэтому помню, когда у нас были там встречи, это в русском культурном центре, когда-то я, причем не сразу, далеко, не сразу, там, второй, ближе к концу уже обучения, к окончанию обучения, я стала э, как-то общаться более-менее с сообществом, да, русскоязычным. Э, я стала, мы не могли наговориться, я еще говорила для себя, ну, внутри себя отметила, что самый лучший десерт для меня был вот просто русская речь, вот чтобы просто побеседовать, потому что все равно есть нечто, что вот нас роднит, и тех там соотечественников СНГ, тех людей, которые выросли в русских семьях, там, где, значит, россияне или выходцы из Советского Союза, где именно там мама-папа, условно, бабушка-дедушка, все равно есть некий общий генетический код, что ли, когда вот ты чувствуешь, что это как пазл, вот он подходит, но опять же, может быть, я допускаю, кстати, я видела людей, которые обладают высокими адаптивными способностями и совершенно спокойно переписывают свою идентичность и вписываются в другое общество. Я не только говорю про американское. Они становятся прекрасными французами. Наверное, по крайней мере со стороны это выглядит так. Что происходит в их душе, как известно, мы не знаем. Чужая душа потемки. Но хочется верить, что они не испытывают вот таких мук, связанных с отсутствием общения, глубокого общения, которое испытывала я. Ну, я могу вот про себя рассказать, может быть, некоторые не знают, подписчики, зрители, но я довольно легко могу адаптироваться, я к Америке адаптировался, я и к Канаде адаптировался, с мальтийцами тоже я нашел общий разговор, но они тоже совсем другие люди, с ними легче найти выход из какой-то ситуации неформальными путями, вот, они ищут выход, не обязательно, им не нужна инструкция, чтобы понять, как выйти из какой-то ситуации. Да, Потому что это южные народы, они чуть-чуть помедленнее все делают. Это нормально. У нас в России на юге тоже такой подход. Не такой медленный, как на Мальте, но все равно. А, вот это вот тоже я заметил, что в Америке, по крайней мере, и в Канаде, вот там с теми людьми, с которыми я общался с местными, они все-таки любили делать все по инструкциям. Если что-то нужно было решить, у них почему-то других неформальных методов не было. Ну, это совсем другой разговор. А я бы хотел вот что у вас спросить. У нас есть какие-то общие ценности с американцами?